Пойдем искать места. Там второй этаж, смотри еще. Да. О, смотри. Вот поезд. Да. Может, наверх? Пойдем. Итак, к нам тут должен приехать поезд и привезти нам еду. Минус сразу же, что тут нет розеток. Пожалуйста, сделайте розетки. Нигде нет. Так, что мы будем брать? Выбери свой напиток, да. Давай. Ты какой выбираешь? А ты тут, где выбор? Ну все, вот тебе выбор. Вот этот или этот? Типа в бутылке или... А, ну да, логично. Стейк дня. Давай меню. Очень хочется поесть. Ну, цены тут такие. Это тебе не Калмыкия, я скажу. Это тебе не стейк из конины за 300 рублей. Так, друзья и любители Гарри Поттера, расскажите, вот там у него такое меню было в столовой или нет? Ага, все закончилось. Итак, а тут у нас, ага, карта напитков. Так, тут есть сливочное пиво. Давай начнем с этого. Заказывали за меня. Ну, мы заказывали, но не здесь, не в этом городе. А вот оно есть, я нашла. Во. Фирменный напиток. Так, сейчас будем определяться и кушать. Едешь? Это счет нам привезли. Нет, нам привезли приборы. Все, как его обратно отправлять? Говори, вкусно? Да, как корицы такое на мороженое похоже. Даже сюда пахнет корицей. Да, ну корицу тут переборщили, прям целый слой насыпали. Ну вообще вкусно такой сливочный. Вот и тебе кофе едет. Что, сразу все напитки решили. Надо написать записочку, еще одно сливочное пиво. Не знаю. Я предполагаю, пока. А второе сливочное пиво, на как, на чей счет? На ваш? Ой, быстро, как у них все готовится. Не успела заказ написать, а мне уже его скоро привезли. Ну как? Как сливочное пиво. Сладкое? Уже с корицей? Сладкое с семечками. С чем? С семечками с тыквенными. Это что за суп? А, тыквенный? Да, крем-суп. Тыквенный крем-суп. Вот моя еда. Я слишком голодная сегодня. Ух ты, какое тяжелое. Нормально, я поем сейчас. Что там посредине сливочное пиво? Сливочное. Посредине сливочное пиво, все верно. Давай, поезд, поезжай обратно. Ну, кстати, интересно. Так, у меня тут куриные ломтики с картошкой фри, с соусом, с салатом и с чем-то еще.
Горчичный, как будто соус. Ну, как кисленький. Кислый с горчицей, вкусно. С корицей. Пивко. Пиво нам это вкусное понравилось, сливочное. Корицы много, но вкусное. Корицы много, но вкусное. Подача интересная. Корицу можно убрать. Или спрашивать, добавлять или нет. Да? Не знаю, нормально. По мне все вкусно, она выпендривается много. Кофе как тебе? Кофе обычный. Кофе обычный. Вкусно и ничего особенного. Ничего особенного. Кофе ничего особенного. Корицу не насыпали уже. Мне понравились эти куриные ломтики, лапки с картошкой фри, вкусный соус, вкусный салат. Мне понравилось. Мне понравилась моя еда. Понравилось. Я бы еще сюда пришла. Обычная еда. Было вкуснее. Да не знаю. Много где вкуснее. Ну тут из-за интерьером можно сюда прийти. Да, из-за паровозика. Из-за паровозика, и на второй этаж паровозик не ходит, только на первом этаже. На втором он, девушка смотрит недовольная сюда, помаши рукой. Вот. Ну вот, собственно, такой вот интерьер. Официанты. С детьми, наверное, да? Официанты с татуировками тематическими. С детьми, да, вот люди с детьми сидят, дети довольны. Тут в основном все с детьми, поэтому сливочное пиво подается без алкоголя. Ну, можно сделать сливочное пиво 18+. Да, можно попросить, наверное, да, чтобы любители Гарри Поттера, которые 18+, чтобы подарили. Виски добавляли. Кстати, наколдуйте мне виски в сливочное пиво. Такой ликерчик. Бейлиса сюда. Кстати, подкинем идеи, напиши на бумажку. Так, это платная идея. Добавьте мое сливочное пиво Бейлис. Да, да блин, не пишет, все, перо сломал. Алкоголь волшебное, не пишет, нельзя. Цензура не проходит, не пропускает. Обратите внимание, какая здесь ручка. Нас сразу предупредили, кстати, что оно безалкогольное. Чтобы мы сразу сказали, что нам алкогольное надо было. Точно. Мы промолчали. А мы не поняли. Нет, он должен был предложить, я считаю. Положи на рейсы, что поезд это запнулся.